16 октября в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло торжественное открытие нового учебного года для студентов третьего возраста. Каждый, кто хочет научиться чему-то новому, может получить знания в нескольких областях. Программа уникальна. Важную роль играет моральная поддержка людей, достигших пенсионного возраста, снижение риска социальной изоляции пожилых людей в обществе и достижение взаимопонимания между поколениями. С торжественной приветственной речью выступила председатель правления регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Любовь Мишина. Вы большие молодцы, что имеете стремление и интерес к получению нового знания, повышению образовательного уровня. Многочисленные исследования показывают, что образованные люди живут дольше, качество жизни у них выше, и живут они дольше. В программе представлены несколько профилей подготовки: гуманитарные науки, философия, история России и Казани, а также основы финансовой грамотности. Есть направление обучения и по техническим специальностям. Немаловажным является тот факт, что на занятиях людей старшего поколения учат развивать в себе способность ориентироваться в новых условиях в 21 веке. На данный момент в Республике Татарстан обучается около 2000 пенсионеров. Это один из самых высоких показателей по всей стране. Такая акция, наверное, она затрагивает души людей, когда в зале видишь достаточно зрелых, да, людей, и они все с восхищением смотрят и ждут каких-то новых познаний. И это вот так бывает на каждом занятии университета третьего возраста. В Республике Татарстан особое внимание уделяют вопросу качественного взаимодействия с людьми, достигших пенсионного возраста. Проект отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан и регионального отделения «Союз пенсионеров» существует уже 16 лет, и за все его время увеличилось не только количество слушателей, но и постоянно расширяется круг образовательных направлений. Карина Саяхова, Николай Суховский, Фарид Захитоглы, Универньюз.